Еще 20 семей в Ленске переехали в новые квартиры в рамках программы переселения из аварийного жилья. Ключи новоселам на днях вручили глава города Александр Харунов и директор фирмы-застройщика. Радость новоселья с жителями Ленска разделили и наши корреспонденты. Программа переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда – это направление работы, которому администрация города Ленска уделяет особое внимание. И надо сказать, что она вполне успешно реализуется. Сегодня заканчивается первый этап программы. За 4 года ее действия построено 12 домов, в которые переселено 405 семей. Сегодня в стадии строительства находится еще 5 домов, в которые должны переселить еще 180 семей. В минувшие выходные 20 семей получили долгожданные ключи от квартир нового дома по адресу микрорайон Теплый Стан, дом 10. Новых квартир переселенцы ждали несколько лет. Этот день для каждого из них стал настоящим праздником. После торжественной церемонии разрезания ленты новоселы с нетерпением отправились осматривать свои новые владения. Мы рады очень. Вообще вот у меня дедушка, папа, до сих пор не верит, что он квартиру получил. Он говорит, когда уже ключи будут у меня, он тогда, поверит в свое счастье, имеется в виду. А так мы ему квартиру показывали по фотографиям, по телефону. Он очень рад, что очень большая квартира, во-первых, нету слов больше. Трехэтажный дом на 36 квартир был построен компанией «Монолит». Квартиры были полностью подготовлены к заселению. Выполнена чистовая отделка под ключ, установлена сантехника и бытовые электроприборы. С начала отопительного сезона мы подключили все дома к горячему водоснабжению, круглогодичному. Поэтому я думаю, что этот дом сегодня будет очень комфортный и приятно в нем будет жить. Буквально на днях будут вручены ключи еще 16 семьям, которые станут соседями сегодняшним новоселом. Через неделю планируется сдать и 64-квартирный дом по улице Нюйская. Светлана Балеева, Виталий Андреев, НВК Саха, Ленск.